Всем привет! Вы смотрите канал «Небо не предел». Мы продолжаем говорить о телескопах. Напомню, что в прошлом видео мы говорили про рефракторы, так что если вас интересует данный вид телескопов, советую посмотреть предыдущее видео. Это видео – это вторая часть, и на этот раз речь пойдет о рефлекторах. Если о том, как устроены телескопы рефракторы, многие скорее всего знают, так как представляют, как выглядит подзорная труба, то о принципе работы рефлектора я считаю нужным рассказать. Свет от небесного объекта входит в трубу телескопа, доходит до задней стенки, где установлено главное зеркало, отражается от него и идет в обратном направлении на вторичное зеркало. От вторичного зеркала свет отражается в отверстие сбоку трубы. В этом отверстии находится окулярный узел, то есть далее свет попадает в окуляр, и уже в окуляре мы видим изображение небесного объекта. Далее давайте вспомним две основные характеристики телескопа. К таким характеристикам относятся апертура и фокусное расстояние. Напомню, что апертура – это диаметр объектива, в данном случае это диаметр главного зеркала. А фокусное расстояние – это расстояние, на котором фокусируются лучи света после отражения от главного зеркала. Но так как речь идет о рефлекторах, то я считаю нужным добавить еще одну характеристику. Третья характеристика – это форма главного зеркала. Главное зеркало может быть сферическим или параболическим. Мы еще обязательно поговорим об этом немного позже. Итак, в основании телескопов-рефлекторов находится главное зеркало. Процесс изготовления зеркала намного проще и дешевле, чем процесс изготовления линз. Это позволяет за относительно небольшую цену приобрести телескопы с достаточно большой апертурой. А апертуры, как мы знаем, мало не бывает. Чем больше апертура, тем больше света можно собрать, а следовательно увидеть больше. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что телескопы-рефлекторы отлично подходят для наблюдения тусклых объектов, таких как галактики и туманности, но ни в коем случае не означает, что рефлекторы не подходят для наблюдения планет. Как и у рефракторов, так и у рефлекторов есть свои достоинства и недостатки. К достоинствам можно отнести, во-первых, адекватную цену за большую апертуру. Как я уже говорил, зеркало изготовить намного проще, чем линзу, следовательно, цена его намного меньше. Второе – это полное отсутствие хроматической аберрации. Хроматическая аберрация есть там, где есть линзы. В рефлекторах линз нету, а следовательно и хроматической аберрации просто не может быть. К недостаткам рефлекторов можно отнести следующее. Первое – это, конечно же, габариты. Апертура рефлекторов в 300 мм уже давно не является чем-то уникальным. Все чаще и чаще у любителей астрономии встречаются подобные модели. Такие модели сложно перевозить в машине, не говоря уже о том, что такие телескопы просто невозможно разместить на балконе. Второй недостаток выходит сам по себе из первого недостатка. Телескопы-рефлекторы сложно использовать на балконе. Конечно же, существуют модели, которые можно разместить даже на маленьком балконе, но, к сожалению, их не очень много. Если вы решили, что будете наблюдать с балкона, мой вам совет смотреть в сторону рефракторов или же катадиоптриков. К слову, о катадиоптриках будет отдельное видео. Третьим недостатком является то, что телескопы и системы рефлектора Ньютона нужно периодически юстировать и чистить. Труба телескопа открыта, и как бы бережно вы ни обращались с вашим телескопом, рано или поздно главное зеркало покроется слоем пыли или грязи. Поэтому главное зеркало нужно уметь снимать и чистить. Также со временем рефлекторы Ньютона нужно юстировать. Каждый день делать это не нужно, однако чем чаще вы собираете и разбираете свой телескоп или перевозите его в машине, тем чаще нужно будет проводить эту процедуру. О том, как снять главное зеркало, а также о том, как юстировать телескопы-рефлекторы, вы сможете узнать в другом видео на канале. Видео называется «Юстировка рефлектора Ньютона». И четвертым недостатком является долгая термостабилизация. В прошлом видео я говорил, что у рефракторов долгое время термостабилизации. Так вот, у рефлекторов оно еще больше. Именно поэтому многие телескопы комплектуются активным охлаждением главного зеркала. Но даже если изначально телескоп не комплектуется активным охлаждением, его всегда можно сделать самому. Подведем небольшой итог по рефлекторам. Может показаться, что недостатков гораздо больше, чем достоинств, однако его достоинства по своей значимости с легкостью превышают все недостатки. Благодаря тому, что зеркало стоит меньше, чем линза, у любителей астрономии есть возможность за адекватную цену покупать телескопы с большой апертурой. Все чаще и чаще у любителей астрономии встречаются телескопы с апертурами 300 мм и больше. Благодаря большой апертуре телескопы-рефлекторы отлично подходят для наблюдения галактик и туманности. Луна и планеты также смогут показать больше деталей.
Теперь давайте поговорим о том, как не попасться на удочку, на которую когда-то попался я. В начале видео я упомянул о том, что зеркало может быть сферическим или параболическим. Чтобы подробно разобраться, в чем их разница, я советую обязательно посмотреть видео на канале «Телескоп Целестрон Астромастер 130. Обзор владельца». В этом видео я рассказываю о всех плюсах и минусах данной модели. Я думаю, вы сможете почерпнуть много полезной информации. Таким образом, первым делом при выборе телескопа-рефлектора обращайте внимание на то, какое у него зеркало. Если у телескопа параболическое зеркало, все хорошо. Если зеркало сферическое, тогда дополнительно нужно обратить внимание на светосилу. Сферическое зеркало будет давать точно такую же первоклассную картинку, как и параболическое, только если его светосила будет примерно 1 к 8, 1 к 9. После того, как с зеркалом вы разобрались, нужно обратить внимание на фокусное расстояние телескопа и на длину его трубы. В хороших телескопах длина трубы практически равна их фокусному расстоянию. Но если вы видите, что фокусное в два раза больше, чем длина трубы, это означает, что в телескопе установлен дополнительный оптический элемент – линза-корректор. Эта линза работает по принципу линзы Барлоу. Она увеличивает фокусное расстояние телескопа, однако очень сильно ухудшает качество картинки. Поэтому такие телескопы я советую сразу же исключить из рассмотрения. Ну и напоследок приведу несколько хороших моделей телескопов, которые успели себя зарекомендовать. В первую очередь это две модели подешевле, такие как SkyWatcher BK1149 и Celestron PowerSeeker 114. Эти модели со сферическими зеркалами, но, как я уже сказал, в случае таких зеркал нужно обратить внимание на светосилу. Светосила у них почти 1 к 8. Также советую посмотреть три модели подороже. Это модели от SkyWatcher, такие как BKP-130-650, 150-75 и 15-01. В этих моделях установлены параболические зеркала. Кстати, тут тоже могу дать небольшую подсказку. Буква P в названии как раз указывает на то, что зеркало параболическое. На этом данное видео подходит к концу. В этом видео я хотел рассказать вам о плюсах и минусах недорогих телескопов-рефлекторах, которые отлично подойдут для начинающих. В следующем видео мы поговорим про телескопы катодиоптрики. Если вам понравилось это видео, тогда подписывайтесь на мой канал и вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылки, как всегда, находятся в описании. Также в описании я оставлю название модели телескопов-рефлекторов, которые рекомендованы к покупке. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Покупайте себе телескоп и помните, небо не предел. Всем пока!